Известный певец Андрей Данилко стал гостем свежего выпуска шоу «Слава Плюс». В видео он рассказал не только о своей жизни и карьере, но и о романтических отношениях со своей коллегой по сцене Инной Белоконь. В рубрике «Соври Славе» Андрей Михайлович признался, что у него были отношения с мамой Верки Сердючки, а именно с актрисой и постоянной спутницей Данилко Инной Белоконь. Она была неотъемлемым членом публичного появления Верки Сердючки на всех светских мероприятиях и концертах в роли мамы Верки Инны Адольфовны. Ранее этой звездной парочке приписывали роман, однако ни Андрей, ни Инна слухи не комментировали. Кроме признания о романе, исполнитель заявил, что Инна до сих пор его близкий друг и вспомнил об их встрече с актрисой. «Наша встреча – это была полная антипатия. Я думал, боже, шо это?» И также думала она. Она была красавицей, а я был красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка Татьянка, турецкий свитер, милировка, и я был тоже красавчик, специально одевал большую куртку, чтобы больше казаться. Потому что без нее я худой был, реально швабра. Кстати, звездная парочка сейчас не только по-дружески общается, но и любит отдыхать вместе в Греции. Подпишитесь на канал и смотрите самые свежие скандальные новости на разные темы.